Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Зрители моего канала интересует, когда же таки пропадают эти осы, когда можно уже спокойно выдохнуть, и когда ос, которые приносят нам очень много вреда на пасеках, их уже не станет. Но я решил рассказать, и сам интересуюсь, и рассказать решил вообще о том, как все-таки существуют осы на этом белом свете, как они развиваются, как они растут, потому что врага надо знать в лицо. А чтобы с ним хорошо бороться и эффективно, надо понимать, как он живет, то есть надо его понимать изнутри. Так вот, что такое осы? Осы, они делятся на два типа. Есть осы-одиночки, они для нас особой опасности не представляют, по той причине, что они очень малочисленные. А есть осы, так называемые общественные, то есть те, которые живут в колониях, точно так, как и пчелы. Вот эти общественные осы, которых мы чаще всего и видим, они и приносят наибольший вред нашим пасекам, вплоть до того, что полностью выбивают наши улья. К этим же общественным тварям относятся и шершни. Так вот, начнем с самой весны. Или даже давайте начнем с зимы. Что зимой происходит у ос? Вот если наши пчелки зимуют зимой в клубе, там сохраняются рабочие пчелы и сохраняется матка, а трутни они выгоняют, то осы, они зимой оставляют только одну матку. У них матки зимуют так, как зимуют матки шмелей. То есть они находят себе осенью убежище и впадают в так называемую спячку, точно так, как и шмели. И будут находиться в этой спячке, пока не оттает земля, когда оттает грунт, в общем, когда на улице станет тепло. Притом вот эти осиные матки, они зимуют под корой деревьев, в всяких укромных местах, иногда в грунте зимуют, в каких-то расщелинах, иногда забивается под штукатурку зданий, иногда даже зимуют в пустых ульях. Я вот часто наблюдаю этих маток, которые прям впали в анабиоз и лежат на дне пустого улья. Притом эти осиные матки, они от обычных ос отличаются размерами. Точно так, как и пчелиная матка. Она больше, чем обычная рабочая пчела. Так вот, осиные матки, они по размерам тоже в два раза больше, чем обычная рабочая пчела. И вот эта матка, когда пригреет солнышко, погода станет теплой, точно так, как и матки шмелей, они просыпаются. И начинается цикл осиной семьи. И вот в апреле месяце, обычно у нас в начале апреля, по пасеке начинают летать шмели низко-низко. То есть это матки шмелей проснулись и ищут себе, где они будут жить. Но обычно матки шмелей ищут норы, потому что они называются земляные шмели. Находят какую-то мышку, которая вырыла себе норку, залезают в эту норку, выгоняют оттуда мышку и селятся в этой норке. То же самое делают и осы. Они находят себе укромное место, где-то под крышей дома, любое другое укромное место, даже в пустых ульях иногда тоже делает свои гнезда и начинает отстраивать гнездо. Притом вот это гнездо, она начинает его строить из всего, что у нее есть. Так как она грызущая, у нее ротовой аппарат так создан, что она грызет все на свете. Так вот, она грызет древесные волокна, бумагу, склеит все это слюной и делает такое осиное гнездо, которое мы все видели, в виде шарика. Притом этот шарик, он идет слоями. Первый слой строит сама матка. И в этом отличие очень большое осиной матки от пчелиной. Потому что что такое пчелиная матка? Это принцесса. Она родилась, и она больше ничего не делает, только яйца откладывает. Это ее основная задача. А вот осиная матка весной, ей приходится работать как на каторге, то есть каторжанка, со всей силы. Потому что рабочих ос у нее нет. Помочь ей и некому. Она сама себе на этом белом свете одна-одинешенька, и приходится ей этими лапками и крылышками шевелить очень и очень сильно. И гнездо надо построить, и покормиться надо, что-то есть найти, потому что силы же надо много. Надо хорошо кушать, чтобы хорошо работать. И надо вырастить первый расплод. И вот осиная матка создает свое первое гнездо, которое будет существовать в этом сезоне. Осиное гнездо, оно слоями. Вот маточка строит вот этот первый шарик, первый слой, и там в этом шарике она строит соты. И это на самом деле очень монументальное сооружение из расчета того, что она его строит в одиночку. То есть одно насекомое строит, по сути, глобальнейшее сооружение, потому что оно хочет выжить. То есть ей работать приходится очень и очень много. Она очень трудолюбивая. И вот в это отстроенное гнездо она откладывает первые яйца, из которых потом выберется первые личинки. И опять же тут надо сказать, что пчелиная личинка сколько у нас выращивается? 21 день. А сколько выращивается личинка осы? Она в яйце пребывает 4 дня. Если пчелка в яйце находится 3 дня, то оса 4-6 дней. А потом еще 20 дней в куколке. А потом она окукливается
И только через 2 недели она выйдет. В общем, нетрудно посчитать, что это больше месяца. То есть личинка будет выращиваться осиная больше месяца. Пчелиная 21 день, а осиная больше месяца. И вот эта несчастная матка, после того, как она построила монументальное гнездо, она еще со всех сил начинает кормить первый расплод, потому что помочь ей некому. И вот эту первую партию ос молоденьких она выкармливает в одно рыло. То есть она очень и очень трудоспособная. Притом кормятся личинки осиные не нектаром, потому что осы нектара не собирают. И пыльцы они не собирают, у них нету корзинок на задних лапках. Они охотники, то есть они охотятся за всякими мелкими насекомыми и кормят свой расплод белком. Так вот эта матка, она мало того, что кормит этот расплод, она еще и охотится. В общем, забот у нее весной хватает. Работает она на самом деле как проклятая. И перестает эта оса работать в таком темпе жестоком, только после того, как выйдет первый расплод, то есть появятся рабочие осы. Вот после этого эта маточка осиная, она уже находится только в гнезде и откладывает яйца. А рабочие осы достраивают вокруг первого шарика, который построила осиная матка, второй слой осиного гнезда, опять же соты, и начинается расширяться таким образом колония. И вот эти уже новые осы, они уже и охотятся, и обеспечивают кормом, и делают остальную работу. В это время матка уже только откладывает яйца. Из того, что я сказал, сразу становится понятным, что бороться с осами лучше всего ранней весной. Чем больше вы изловите вот этих маток, тем меньше популяция ос будет в вашей местности. Потому что изловили ранней весной одну маточку, это считайте, что вы уничтожили целую колонию ос. Потому что когда осы уже расплодятся, то ловить рабочих ос – это уже не так эффективно, как поймать одну единственную матку. И вообще в сезоне есть только 2 периода, когда очень эффективно с осами можно бороться. Это ранняя весна и поздняя осень. Какого размера достигает колония ос? Они достигают размера несколько тысяч особей. Вот если пчелиная семья, она достигает размера несколько десятков тысяч особей, а некоторые семьи даже до 100 тысяч особей разрастаются, если медовая база позволяет, то осы только несколько тысяч. Осы не собирают нектар. Осы охотники. Они выращивают расплод за счет белка. И белка этого надо очень и очень много. Поэтому осы очень много охотятся. Ну, летом они наших пчел не трогают, потому что они обычно охотятся за всякими там мелкими насекомыми, гусеницами, пауками, все то, что они могут поймать. На самом деле пчелы им летом не очень интересны. По той причине, что пчелы неплохо такие защищаются, потому что у них есть жало и есть яд. Поэтому осы ищут противников послабее. Но если своих личинок они кормят белком, то чем питаются сами осы, при том, что они нектар не собирают? Тут у них полный симбиоз, потому что личинки, когда растут, они выделяют такое сахарное вещество. Взрослые осы лижут это вещество и им питаются. То есть они белком кормят личинок, а личинки выделяют сахарное вещество, которым питаются взрослые особи. Те охотятся, приносят белок для личинок, а личинки кормят взрослых ос, чтобы они могли летать на охоту. Такой у них получается замкнутый круг. И вот только когда колония осиная достигнет максимальных размеров, а она достигает этого размера максимального поздним летом, и вот тогда у них возникает дисбаланс между количеством того сахарного вещества, которое выделяют личинки, и аппетитом взрослых ос. То есть, если проще сказать, осы начинают голодать. И вот тогда осы уже пытаются даже искать нектар на цветках, некоторые самые оголодавшие. Но обычно они что делают? Они пьют сок всяких фруктов. К этому времени у нас уже поздним летом появляются груши, яблоки. Осы их прокусывают, все мы это прекрасно знаем, потом там грушка начинает гнить в этом месте, прокусывают и пьют сок вот этих плодов, потому что сахара, который выделяют личинки, им уже не хватает, то есть осы начинают голодать. И вот уже поздним летом, то есть в августе, в конце августа, матка начинает готовиться к зимовке. Эта матка зимовать не будет, потому что она уже износилась, потому что ей приходилось весной очень много работать, она уже бабушка, она умрет, но она начинает готовить себе смену. И вот в конце августа она откладывает крупные яйца. Из этих яиц вылупляются новые осиные матки и самцы. Потому что осиная семья, она целое лето живет без самцов.
А вот уже в августе месяце начинает появляться самцы. Ну, вернее, не в августе месяце. В августе месяце она отложит только яичко, а самцы и матки появятся уже в конце сентября. А вот когда у нас начинаются слеты? В конце сентября, в октябре месяце. И даже немножко захватывается начало ноября. Так вот, это время как раз-таки совпадает с тем, когда появились ос, осиные матки и осиные самцы. В свою очередь, осиные самцы, точно так как и трутни у пчел, они сделали свое дело и погибают. То есть они тоже не зимуют. Оплодотворили маток и до свидания. Спаривание самцов с матками происходит в октябре месяце. Когда у нас слеты? В октябре. Вот все эти даты привязаны к циклу жизнедеятельности осиной семьи. И вот уже с конца августа и по самый ноябрь мы можем наблюдать оголодавших ос на фруктах. То есть на яблочках, на грушках они сидят и пьют сок. Потому что что? Потому что они оголодавшие. Сама оса, срок ее жизни 55 дней. Вот если у пчелки 35 дней летом, то у осы 55. То есть она развивается в личинке дольше, но она и живет тоже дольше. И вот эти осы оголодавшие, которым уже не хватает еды в своем гнезде, они уже бросаются на фрукты и пьют сок, им еще надо белок, потому что оса еще жива. А пока жива оса, она будет выращивать расплод. А так как в это время уже холодает у нас в конце сентября, в октябре, то все эти гусенички, личинки, они свернулись и упали в зимнюю спячку. Но обычно как они делают? Кто-то в грунт зарывается, кто-то в листочек заворачивается, кто-то под кору прячется, и они становятся недоступными для ос. А осам нужен белок, потому что у них есть еще расплод. И вот осы начинают беспредельничать. Притом у них настолько голодовка, как углеродная, так и белковая. Ну, углерод они берут в виде сока на фруктах. Все мы это осенью прекрасно видим. А с белком так не получается, потому что охотиться больше не на кого. И вот они достигают такого отчаяния, что они начинают бросаться на гнезда пчел. А в это время пчелы, что они делают при похолодании? Они сбиваются в клуб. А когда пчелы сбились в клуб, они уже литки не охраняют, они становятся беззащитными. А осы летают при низких температурах. И вот осы, они тоже не теплокровные, точно так, как и пчелы. Они тоже не переносят низких температур, но тем не менее, они могут летать при температурах ниже, чем пчелы. Потому что если пчелы, если температурка падает уже ниже 8 градусов, они начинают сбиваться в клуб, потому что им холодно. То осы при этих температурах, они менее активны, они менее поворотливы, но тем не менее, они при этих температурах могут летать. Вообще их активность уменьшается при температуре меньше 12 градусов тепла, точно так, как и у пчел. Потому что пчелы начинают активничать, когда температура больше 12 градусов тепла. Когда температура меньше 12 градусов тепла, пчелы сбегаются в улей и уже пчеловылетов не делают. А осы делают. Да, они такие активные, они не такие шустрые, но тем не менее они летают при таких низких температурах и вполне могут охотиться. И вот тут опять, если самый эффективный метод борьбы с осами – это выловить маток ихних ранней весной, то вот в октябре месяце тоже очень эффективно выловить ихних маток, которые спариваются, и ихних самцов. Ловля ос летом, да, она понижает популяцию ос, но она малоэффективна по той причине, что матки осиные летом старые не летают, а новые еще даже не родились. Летом вы можете наловить только рабочих ос. Ну а рабочих ос они могут воспроизвести. В этом нет проблем. Поэтому ловля ос летом, она на очень-очень-очень менее эффективна, чем ловля осиных маток ранней весной и ловля осиных маток в октябре месяце. Летом эффективно ос только травить каким-то химикатом, потому что ловля ос летом большого эффекта не дает. Только ранняя весна и только осень. Теперь подошли мы к тому вопросу, который был в самом начале, когда пропадают осы. Так вот, осы начинают пропадать где-то в середине ноября, потому что именно в это время рабочие осы уже отмирают, их мало, то есть они умирают, а осиные матки в это время ищут, куда спрятаться. И вот когда работаешь на пасеке, то уже в конце октября видно этих осиных маток, которые ищут, куда залезть, где бы притулиться и где бы впасть в анабиоз на целую зиму. В том числе шарятся они и по пустым ульям. В том числе пытаются они залезть и под крышку улья, потому что там немножко теплее и ей там нравится. И вот работаешь с пчелами, она прилетает такая здоровая и начинает искать нычку, куда бы спрятаться. Итого, по итогу, рабочие пчелы в ноябре месяце
отмирает, то есть они пропадают. Самцы умирают, остаются только матки. Да, старые матки прошлогодние тоже умирают. Остаются только молоденькие матки, которые будут в анабиозе зимовать всю зиму и только весной опять же оттают. И цикл опять повторится. Ну и еще надо сказать, что осы это практически непобедимая штука. Победить их невозможно. Вот если пчелиная семья, она размножается в виде роя, сколько семья за сезон роев может отпустить? Ну два. Ну три пусть отпустит нормальных роя. Хороших таких, которые могут выжить в дикой природе, существовать, принести себе меда, построить соты, выкормить другие поколения, то осы, они выращивают маток. И вот одна маточка может вырастить многие десятки новых молодых осиных маток. А вот эти многие десятки новых осиных маток, они на следующий сезон дают каждая по одной колонии ос. То есть они таким образом очень и очень плодовитые. Это вам не 2-3 роя пчелиных за сезон. Это намного больше, в разы больше, чем пчелы, осы размножаются по количеству осиных колоний за счет того, что они размножают маток. Поэтому, если вы в этом сезоне очень усердно боролись с осами и их практически победили, то на следующий сезон, не переживайте, они к вам налетят с других районов. То есть, эта штука непобедимая, с нею надо бороться постоянно. Если проще сказать, осиная мафия, она бессмертна. Она как гидра, отрубаешь ей одну голову, и там вырастают сразу 3. Такие дела. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И передаем привет моим мохнатеньким чудовищам, которые зимуют. И всем хорошей зимовки.